Приветствую вас, земляне, с вами Сенсей. Сегодня давайте посмотрим резик Зеро. Значит, сбилось опять что-то. Я не помню, чтобы я в нее играл. Давайте поглядим. Вот это игры, которые я сейчас заливаю. Графику я улучшил. Играем в игру полной русской. Поэтому я как увидел, сразу решил попробовать. Ну, камера мне, конечно, не очень, вот это вот, с переключениями. Играем легко, чтобы мне не заморачиваться и вас не заморачивать. Так, альтернативные. Да черт. Небольшой городок на Среднем Западе Америки. Что вообще тихо звук? Одинокий остров посреди океана. Остров Рокфорд. Остров, повторивший участь Ракун-Сити. Кнопка Вин не работает. Остров Шина. До сих пор есть множество вопросов об этих, на первый взгляд, не связанных, но крайне разрушительных событиях. И хотя причастность к ним международной корпорации Umbrella считается неоспоримой, мало что известно о происхождении и истоках этой безликой компании. Когда она была основана, и кем, и каким образом был создан Ти-вирус. Чтобы узнать правду, нужно разобраться в событиях, происходивших в самом начале, еще до инцидента в особняке. Серьезно? Да, график, конечно. Блин, не посмотрел, в каком году это. Да. С этим надо что-то делать. Стоит немного подождать. Интересно, как люди из Ремастер размыли ее или нет? Что понял, такой квадратный не Черт их запустил, вот это, чтобы кто или баба это, кто это вообще? О-но. Все это началось с обычного расследования жестоких убийств неподалеку от Ракун-Сити. Серьезно? Ни одна из наших тренировок не смогла бы подготовить нас к предстоящему кошмару. Никаких шансов. Похоже, она о чем-то другом думает. Глядя на эти рожи, они едут на войну, летят. Она точно что-то о своем. Как обычно. Что-то забито было в этом. А мы, по-моему, как раз ей будем играть. Оценить обстановку и исследовать окрестности. Да, у меня, по-моему, дочь играла, начинала. Капитан, смотрите! Или мужиком. Пугался она, как видите. Девчонка с подиума. Капитан! Сразу сюда. Что случилось? Ну-ка, перестань! Да. Как я сажусь, то она начинает. Предписание для транспортировки заключенного. Заключенный Билли Коуэн. Иди сюда. Лейтенант, 26 лет. Военным трибуналом 22 июля приговорен к смертной казни. Заключенный переводится на базу Регатрон для исполнения приказа. Бедные солдаты. Ребенка на войну отправили. Ребята просто делали свою работу. Эта сволочь убила их и сбежала. Внимание всем. Разделяемся и прочешем район. Наш парень жесток и беспощаден. Будьте начеку. Слушай.
хотя бы с такой графикой, да, поиграть бы сейчас. Поезд? Похоже, вы и приехали за поездом сюда, или чего? Не убей только никого, смотри. Кого не надо. Это я вот накрутил это резкости в два раза. Ничего, нормально. Да? Как метится-то? Блин, вот как раз мне это не нравится. Вот, с вот этой рукой. Неудобно вставлять. Блин. Выйти нормально, блин. Теперь кнопки-то я не сменю. Сейчас привыкну к этим. Карта. Поезд. Понятно. С дверями тут придется дав посидеть. Это офицер Хиггинс из отряда правого подразделения Старс. Назовите себя. Здесь кто-нибудь есть? Кукла с подиума, я сказал. Она всего боится, она первый раз на задание прибыла. Доктор она. И что? Крестный не успел. Вон дружок стоит. Подружка, может, пора тебе повернуться? Отвалить отсюда? Свалить? А как направлять-то вверх-вниз? Наверное. Что произошло? Она сама, а это поворачивает. Ну, приятно же с озвучкой играть, господи. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. О, какой-то хорек сидит. Ну-ка, вставай, мужик. Ага, вот так оно направляет. Оп. Двери нам растянут игру минут на 10, поверьте мне. Вот вам и второй, как говорится. Да. Ну чё, раньше были совсем другие. Чё, надо записаться, а то чё, придёт. Вот надо сначала собрать всё это барахло. И почему-то не отображается. Барахло это не отображается. Почему, я не пойму. Когда я подхожу, должно браться, наверное, это. Показывать. Надо сохраниться, а то нам опять эти заставки все смотреть. Ребекка, Купи. Ну, все, сорвались. Давай выходим отсюда. Да, помню, я давным-давно играл в такие вещи. 90-е годы, да? С такими камерами. Вот так они выходят, и прям выходишь, и сразу черт какой-нибудь. Вот оно, замирание этого ничего. Опа, ключик-мучик. Оп, такой подкрался барбос. Какой чужой барбос.
Билли. Лейтенант Коуэн. Билли, господи, так, боже мой. Ты обо мне знаешь. И что же там про меня плетут? Ты заключенный, перевозимый для исполнения приговора. Те солдаты снаружи тебя вели. А, ясно. Ты Старс. Без обид, дорогая, но ты явно не рада меня видеть. Дорогуша, жаль, но наше общение придется прервать. Стоять! Ты арестован! Сопля. Спасибо, куколка. Вот голос как бы вроде бы... Ручники у меня уже есть. Я ведь и выстрелить могу! Вот прям соплячки голос, на самом деле. Точно подходит. Их ты, блин. Че за чёрт? Эдвард, ты в порядке? Что произошло? Худшее, что мы могли... Будь осторожна, Ребекка. Лес кишит зомби и монстрами. Зомби и монстрами? Да, по-моему, ты не в этой игре оказалась, подруга. Совсем. Блин, ненавижу собак. Собак я терпеть ненавижу. В этой игре, блин. Ё-моё, всё, я потерялся. Как бить-то? Сучи ты. Говно, блядь, вонючий говно, как тебя бить? Чё такое, не пойму. Ну чё, использовать рано ещё, наверное. А как она вообще мне эта дрянь включилась? Ага, вот инвентарь. Понятно. Все, больше пока ничего не надо. Дверь, да, давай, где у тебя ключ-то, курица? Или не отсюда он ключ? Сопля зеленая. Вот встал я или подошел устройство, карту надо. Пойди найди тут. Так, здесь я был, это... А, 201. Ну, все, сейчас будем. Вот так я ткнусь куда-то не туда и будете смотреть на эту дрянь. Музыка приятная. Всегда в таких комнатах, в резике. Музыка заиграла приятная такая, спокойная. Значит, все. Ну, сушите весла, блин. Ну, не могли они вот ремастер, когда делали, вот убрать эту вот хрена сосед. Блять, хоть как бы добивать бы их. А как перезарядиться, интересно? Сдох. Жмур, блядь, вонючий. Пугает они меня тут. Это Ребекка, прием. Ребекка, как слышно? Это Энрико. Где ты находишься? Прием. Энрико? Алло, меня слышно? Пожалуйста, ответь. Ребекка, я тебя слышу. А теперь слушай ты. Мы получили подробную информацию о дезертире из документа, найденного в вагоне. Сопля. Билли Коэн убил целых 23 человека. Прием. 23 человека. Подтверждено также, что он военный. Поэтому будь бдительна. Меня слышно? Ребекка, прием! Будь начеку, Ребекка! Он убьет тебя без лишних раздумий! Энрико! Капитан! Алло? Я что-то уже не помню, куда идти, туда или сюда, на себя. Заблудился я уже тут. Я вроде был здесь, да. Да что, пошел ты нахрен? Ну-ну. О. Зачем спрашивать? Я не могу понять. Зачем вот это сделали? Чего его держать-то, если он больше без надобности? Поезд такой навороченный, да? Вообще, блин.
Отделка такая везде. Опять здесь это очень опасно. Почему бы нам не объединиться? Объединиться с тобой? Черт. Слушай, малышка, если ты не заметила, то в этом поезде творится из ряда вон выходящая хрень. Лично я хочу выбраться, а шанс сделать это в одиночку мал. Ты ждешь, что я доверюсь беглому преступнику? Без тебя обойдусь. Я способна за себя постоять. Вот. И я вот тебе не малышка. Да. А, все, ладно, пошло. Самостоятельность. Как и как тебя звать? Меня зовут Ребекка Чемберс, но для тебя я офицер Чемберс. Как скажешь, Ребекка. Козел ты без рук. Попробуй справиться одна, а я подожду. Все, пошла, я заела. Ах ты, козленок. И зачем ты это ей сказал? Ну, это может будет и пригодиться, эта хрень. Наверху, да? Что-то там было открывать. Теперь будем лестницу смотреть. Лестницы и двери. Лестницы, коридоры. Игра такая. А как перезаряжаться? Я что-то... Так, это карта у нас, да? Это что такое? А как мне перезарядить оружие? Че, у меня два патрона, что ли? А, ну, к этому, наверное, патрон. Да как их туда? Никакой кнопкой не перезаряжает. Крестом тоже она ходит. Да ладно, блядь. Там сидит чувак, ты че? Смотри, у тебя горит стол тут. Тупица, блядь. Че ты жрешь, там сидишь? Бестолочь. Простите, сэр. Сэр. Мам, дорогая, башка у меня отлетела. Я не видел эту игру вообще. Какая-то жаба. Как обычно, какая-то дресня появляется. Эх ты, блядь! Рукожопый, блядь, какой-то, черт! Я не пойму, что произошло-то. Сожрет он меня сейчас или что? А, заставка, блин, я уж что-то испугался. Матрешка, вот так вот. И чистые, как будто ничем не бывало. Какая-то дресня ее обкружила. Она все такая же хорошая. Будет какая-то обезьяна. Клоун какой-то. Смотрите, у нее наряд клоун. А, это баба. Или мужик. Блин, хер поймешь. Это еще сейчас кто? Бабы, мужики, все на одну рожу. Что ж, блядь, за что жизнь-то происходит? Такая пошла, блядь? Кто управляет поездом? Нужно проверить главный вагон. Слушай, с этой секунды мы работаем вместе. Тебе ясно? Нет, не подумай, я. Девчонка. Хочешь стать кормом для червей? Хорошо. Но запомни, если ты вздумаешь что-нибудь выкинуть, я пристрелю тебя. Не вопрос. А теперь возьми это. Я думаю, что у него поджилки затряслись. Если что-нибудь найдешь, дай мне знать, ладно? Красавица и чудовище. Парочка такая. Эр, что такое Эр, я не пойму.
меню персонажа, да? Ну это, короче, как обычно в их играх. Все понятно, короче. Самое главное переключаться тут быстро можно или нет. Ага, вот я переключился. Ну мы будем играть, конечно, этой принцесской. Чудовище мне интересно. Нет, я сейчас откажусь и не полезу туда. Это вот для тупых сделаны вот эти вопросы. Тупые сделали вопросы для тупых. То есть надо быть настолько тупым, чтобы такое говно сделать. Идти вам, вам туда надо идти или не идти? Нет, я, пожалуй, откажусь. Вопросы эти вообще тупорылые, блядь, бесит. Эх ты. Ну, сейчас все включилось, что, все нормально, молодец. Подруга. Не торопись, подруга. Ключик-мучик. Ну вот смотрите, вот. Вот это вот, конечно, блядь, дико раздражает вот эта хренотень, да. Нет, активности не показывает. Какая где чего активность. Ключ-то от чего я взял-то, так и не понял, да. Ладно, сейчас там разберемся. Оп, Сим-Сим, откройся. Так, не понял я, а чё, какой предмет тут? Смотрите-ка, это печатная лента, блин, а я что-то там экономил, боялся. Чё-то. Тут как грязи. Так не, я не знаю, что туда помещать пока. Какой предмет? Баллон так и не взял, а? Взять. Почему я не могу взять-то? А, там, наверное, опять это говна всякого набрал я. Блядь. Да не, не буду я. Подожди, не то я взял. Ну точно, уже все. Все заполнено. Бери все, пузырек пошли отсюда. А, ну все понятно, так, туда этому дураку надо что-то отправить. Чудовище. Ну. Ключик, наверное, ключик-мучик. Вот это может. Отправь его туда. Давай, чё ты? Почему ты не прыгаешь туда? Беру ты. Скоряк такая вообще, блядь. Эй, тупица, блядь. Почему он туда не поворачивается-то у меня? Корёк ты этот, блядь. А, блин. А как выпрямиться? А, никак не выпрямиться. Ветер, блядь. Ты могуч, гоняешь свои ключи. Выковырить надо ее оттуда, значит, да? С той стороны ключ открыть, наверное. Возможно. Так, а где она у меня, эта матрёха-то?
Я что-то не припомню. Наоборот, наверное. Так, это мы на крышу вылазим, да? Мы сюда вот шли, да? Что-то мне тут мозги-то копать. А. Отдыхать будем, когда при переходах. А то игра тут что-то там. Выковыривай давай матрешку-то. Да чё я не пойму? Может она нахрен нам не нужна, эта красавица? Пошли, чудовище. А там вот что там заход? Подождите. Вот сюда, куда это? Здесь я не был. Ключ взял, да. Я вот здесь забыл уже про этот ключ-то, блин. Так, давайте посмотрим, от чего эта дрянь-то. Ключ от поезда. Все просто. Так. Так все ключи. В прошлый раз я брал ключ от поезда. Может, я зря его выкинул. Да, камера тут, конечно. Ладно, хоть с трех выстрелов-то убиваю. Ну потом-то, конечно, будет. Рука сорвалась. Перезарядки нету ни черта. Может, я просто не знаю, где ее перезаряжать. Я вот даже и пара карт-то даже не вспомнил. Куда мы вообще идем? Я что-то не могу понять. Там вот этот с лампочкой дверь, что ли? К ней. Ну, ты пока встаешь, я уж тебя пробегу. Эх ты, блядь, пробегу. Ни черта, блядь, не пробегу, но. Это обезьяна бросилась. Вы видели, как? Накуренный, а... Жмур вонючий, блядь. Чуть не загрыз меня. Я даже не знаю, как вырываться-то. Давай-ка вот сюда вот зайдем, это 200 какая там. Запишем на всякий случай. А, у меня и у него и нет, наверное, этой штуки-то. Там ведь надо что-то менять, писали, что надо. У вас нет ленты. Нормально, блин. Передаст. Вот передаст он. Когда она ему передаст, этому передаст он. Давай ленту ищи, чуфякли. Я что-то всосать не могу, куда идти? Закрыто. Что-то все везде закрыто. Ключ от чего я взял? Куда? Так, в этой... Вот сюда, наверное, да? О, ключ от поезда. И там был ключ от поезда. Да. А тот ключ еще не понравился им. Надо еще разобраться, как они тут. Карта все понятно. Карта поезда. Неужели тут можно заблудиться в этом поезде? Опять куда-то пошел. Опа, чемоданчик. А кто это тут оставил чемоданчик? Давайте-ка посмотрим, что там в чемоданчике-то в этом. Чем-то открыть надо, что ли, будет его? А ножом-то я нельзя смешать. Давайте траву смешаем. Попробуем. Почему ты не можешь зеленый всегда с красной смешивать? Вы что, тупицы, блядь? Чего вы тут мне? Ч
Чё-то не пойму я, блядь. В эту игру я точно не играл. Я все вроде, казалось, части играл, но... Опа! Баранья жопа. Оп. Эти вопросы, конечно... Ну-ка, вылези оттуда! Я что сказал? Блин, пока вид не сделаешь, так и будет козёл. Куда ты поднялся? Блин? Почему? Ну чего? Я не записался ни хрена, сейчас меня сожрут, блядь, разорвут как грелку. Ну как вот камеру так можно поставить, а? Я не знаю, куда вы мне в промежность поставили камеру-то, блядь. Тупицы. Мы просто зажрались до такой степени, что все бесит после... Ну все, вы, ну, давай используем. А это смешаем сейчас. Да я не пойму, с чем мешать-то эту траву-то красную? Я что-то не всосать не могу. С говном, что ли, смешать ее? Я не могу понять, что это за дурь такая вообще, ну. Идиотизм, блядь, какой-то, ну. Кто-то жрет чего-то или кого-то, блядь. Давай сюда иди. 101! Вы представляете там сколько это в вагоне номеров, ну, 101, ничего себе. А чё, я сейчас опять ничего не могу взять? Все, это говно надо выбрасывать. Все меня бесить уже, блядь, начинает. Выбросить нахер. И это тоже, блядь, это использует, ну. Вот я резик чем не люблю, вот именно два это, блядь. Две херни меня бесят, ну. Это бегань по ним тем же локациям постоянно. Ну, это ладно, еще плевать, ну. Дико раздражает эти карманы вонючие, блядь. Говно сраное, ну. Каждый раз этот геморрой, блядь. Два предмета взял и все, и бегай к ящику там, блядь. Ставь. Он сейчас не возьмет эту дудку. Я же сказал, блядь, не возьмет, ну. Пистолет выбросить надо. Я не могу, до чего надо дойти, чтобы взять и выбросить пистолет. Ну. Потому что она два, наверное, займет место. Ну. Тупость, блядь. Ну, вообще не берет его почему-то, ну. Ну чё, у меня три свободных блока, ну. Вы чё мне нервы-то мотаете, блядь? Чего? Каких два-то? Вот. А, вот еще одно надо место. Нормально, блядь. Всё, выкини и возьми это ружье. Свиньи, блядь. Какому дураку вот это вообще говно пришло в башку, блядь? Не сделать универсальные, например. Не сделать там... Это... Кто хочет там с маленькими карманами там на сложность. Увеличить сложность. Зачем это нужно? Я не могу понять. Здесь играть это резик, ё-моё. Ну, оружие надо еще взять. Он так не видит оружие. Ружье свое. Тупица, блядь. Черт вонючий. Че за дресня тут? Он не идет туда. В эту дресню тут. Не знаю, посмотрим там, может, людям зайдет. Ничего я взять не могу. То есть игра для того, предметов накидали, а взять я ничего не могу. Чемодан этот, я портфель, я так и не могу понять, как его использовать. Не выкинуть же чемодан. Шило это вонючее, вот. Оно, блядь, пригодится где-то, это шило. То есть я должен сюда опять прибежать,
говнище все повыкидывать. Тут я и ящик-то не вижу, куда выбрасывать ящик-то. И зачем я сюда вообще приходил? За ружьем? Я вроде ничего не взял. Типа секрета, что ли, было? Я вот отсюда откуда-то вышел. Нет? Ага, да, вот отсюда. Спуститься нам хотелось бы. Ну, посмотрим, что там дальше. По-моему, в первой игре такой не было. Да, там тоже постоянные карманы эти вонючие. Ну, там, по крайней мере, есть сундук. Может, я его не усмотрел, этот сундук. Профукал где-то. У меня это пленок нет. Еще под пленку надо место, понимаете? Пленку-то не выкинешь же. На помойку. Это с охранки. А где ключ-то? А, ключ я использовал. Как же мне эту матрёху вытащить? Вон это опять вот такой. Что же пошёл? А вот это что за дверь? Не вылезет он, наверное. О, какой-то чёрт, смотрите. Бабёнка какая-то, что ли? Здесь что такое? Я так и не понял, игра-то в чем заключается? Ходьба по поезду и все, что ли? Наверное, что-то будет. Куда-то мы приедем. А куда он вообще едет? А как, кто его вообще ведет, этот поезд? Как он стал ехать у меня? Как он поехал у меня? Что-то я не могу понять. Он стоял на приколе и вдруг поехал. Кто его ведет-то, я не пойму. Он едет, поезд-то. Мы же там по крыше-то ползаем. Пожрать что-ли чего-нибудь. Так, ребят, я что-то все встал, похоже, блин. На жопу вернее сел. Так, давайте эту матрёху возьмем. Может, она что-то... Почему ты выйти-то не можешь отсюда? Так, а как мне ему сюда добраться, блин, не пойму. Ага, ну все понятно. Этому дураку надо будет сейчас что-то острое. Он должен ей эту херню принести. Говно. Ну ты, мужик, вообще конкретная дрянь, блин. Все, выкидываем все нахер отсюда, блин. Я не удивлюсь, если эта дрянь пропадет. Но лучше, наверное, чемодан все-таки взять, а то вдруг пропадет эта хренотень. Да? Так, я сейчас чемодан возьму. Запись я не могу положить никуда. Блять, в чем игра-то заключается, блять? В дрочильне вот в этой, что ли? Надо запись, чтобы она это матрёху передала. Ну-ка давай сюда запись. Ждите, курите бабук, господа. Пока лифт приедет. Тут, блядь, столько графики доложено, блядь. Серьезное дело, вы что, ну? Не просто так, блядь. Смотрите, там загрузка какая идет. Карты, блядь, железо. Меня, знаете, что удивляет? Неужели такая вот такие игры нам нравились раньше? Это хрен сосед, блядь. Так, я теперь уже забыл, где у нас лифт этот вонючий. А? Ой, блин, как раз он лифт-то там за углом. Сейчас посмотрим, как я буду спускаться. По-моему, за углом как раз там в этом... Приколы, блядь. Чё, приколы? Вот здесь он, по-моему, да? Точно. Ждём.
Нет, не брать. Сюда, да? Вот сюда потом. Мы там перебили этих ублюдков туда. Или опять они появятся. Вторую часть. Убьешь она опять. Их надо там 25 раз убить, чтобы они не появлялись. Ну что-то в этом роде. Как-то их добивать надо там вручную или еще что-то. Да я бросил. Да. Мне вторая часть никак не зашла. Да. Третью, да, я прошел. Вторая нет. Ну я имею в виду уже в новой обработке. Это не для меня бегание туда-сюда, да еще этот кирпич вонючий, блядь. Кидается везде, блядь, с каждого угла. Ури, блядь. Так, мы сначала туда пройдем. Возьмем эту шилу, засунем его в жопу. Блядь. Здесь что ли шилка вонючая? С дверями, конечно, тут вообще загрубили. Так. Где? Вот сюда, что ли? Секретная комната. Загрузки эти вообще, блядь, с ума сводят. Как дурак, я туда-сюда, блядь, бегаю. Бесполезный кусок говна, блядь. Ружье, ну и могли бы не сувать, пока ружье это вонючее. Я бы хоть все бы подобрал сейчас. Повелся, блядь, дурень на это ружье. На. Сранье на это вонючее. А, погодите-ка, я забыл это взять. А, черт с ней. У меня, по-моему, ячейка там или нет свободна. Вот я и не слыхал про эту игру, потому что дрянь она, наверное. Точно, ничего не. Бегаю я так хорошо, блядь, туда-сюда. Чё ты, блядь, говно тут вывалился? Откуда тут тараканы-то взялись-то? Блядь! Кишка, блядь, вонючая. Я даже не знаю, как... Как отступать-то? Я все расстрелял. Расстрелял я все. Ай, сука, патроны. А я еще не хотел сохраняться, блядь. Давайте используем это. Дреснение. Все, ноль патронов. Ай, блядь. Где я пистолет-то выбросил? Ну? Черт не знает. По-моему, там или здесь. Или здесь вот, да. Здесь выбросил, наверное. Где ружье нашел? Где ты? Вот пистолет. То есть ружье на помойку выбрасываем? На помойку. Блин. Он не возьмет сейчас пистолет. Взял? Нет, не возьмет. Рассказал. Ну это вот игра вот для задротства выбросить. Че? Не пойму. Почему я не могу выбросить? А? Я еще и выбросить не могу. Почему? Эх, и тупорезы, блин. Вот тупицы-то вы вонючие обезьяны, блядь. Да почему я ничего не могу выбросить, я не пойму. Я не могу понять, что происходит с игрой-то, блядь. Может, он бросает, именно там предмет валяется у него под ногами. Здесь я не могу выбросить. А почему я должен выбрасывать в другом месте, блядь? Не пойму.
Я уже столько накидал тут, что я не могу выбросить здесь. Поворачиваюсь и туда, блядь, и сюда, и нигде здесь не могу выбросить. Ружье выбросить. Надо до такого додуматься, блядь. Какому тупорезу, блядь, пришла эта херня в башку, блядь. Сделать карманы, блядь. 4 штуки, блядь. Здесь, говорит, я не могу выбросить. Нормально. Теперь все это подобрать говно. Сейчас будет все лезть, да. Ножи будут лезть в руки. Ну ты возьмешь что-нибудь, блядь, нет? Я не пойму, он ничего... Пришлось нож взять ее. Потому что сейчас пистолет он не возьмет, он будет опять нож брать. Нож-то он мне без надобности, я не буду с ним ходить. Нахрен он мне нужен. Че, эту тварь буду ножом, что ли, блядь, кидать? Ну, видите, выбросил он. Потому что тут не было, наверное, места. Вот это что такое валяется? Здесь и патроны я где-то выкинул. Патронов-то я не вижу. Че мне пистолет с 8 патронами, я не пойму. Ни перезарядки, ничего нет у меня. Ну это вообще игра-то, по-моему, очень уж древнейшая, блядь. Заново не придется его убить, но 8 патронов у меня, по-моему. Чё, и патроны закончились. И он сдох, смотрите как. Сдох он. И патронов нет, и эта собака, блядь, сдохнула. Я не знаю, как предметы можно тут еще поднимать, блядь. 25 раз надо ткнуть. Ага, пожарный крюк. Это вот там где-то мы. Лестница-то. Я где? Я уже и не помню, где там лестница-то была. Чё-то вообще припомнить не могу. Это я вот иногда это видос смотрел у беса. Бес там видосы делает. И мне через каждое слово, блядь, говно вонючее. В самом деле, я удивляюсь, какой дураку пришло такой в мозги вот эта вот хренотень такая пришла. Такая тупость, ну, чтобы ковырять тут это говно, блядь. Нет, меня всегда доставали эти, надо положить, взять. Ну там хоть ящики были. Здесь даже ящиков-то нету. Вот в чем дело. Предмет. Вот я сейчас хочу выкинуть эту ленту прямо здесь. Выбросить ее. Ну а потом она не пропадет, вот, не знаю. Потому что... Надо на вторую хоть записаться, что ли. Я не знаю, если люди будут смотреть, возможно, я продолжу. Но если не будут, то... 2 часа она не наберет, я даже ковыряться не буду. Я некоторые игры первый раз, бывает, не набирает. Я по своему желанию вторую заливаю часть. Ну, эту вторую мне просто не хватит сил на эту говно. И самое главное, у меня ни патронов, ничего нет. Я все повыбрасываю. Все, что у меня было, я все выбросил. Ядрени фени. Так, что-то я забыл, лестница-то где у нас? Все, патронов нету, и после такого монстра даже патроны мне не дали. А вот сюда я не ходил никогда. Или ходил. Что-то лестница другая, смотрите. И хотя бы тут показывали, сколько у меня там дресни в это в руках там. Парни.
Такая тупорылость, блядь, разрабы. Да они и позже тоже наделали таких шестой там резик. Дрень такой. Помойка, блядь. Я поиграл, наверное, полчаса и бросил. До сих пор меня не тянет этот шестой. Пятый, вот, да. Кстати, я еще не смотрел. Пятый, по-моему, все прохождение у меня там. Люди смотрели. Я лестницу эту сейчас вот разве вспомню, где эта лестница? Вот. Чик-чик-чик, блядь. Чик-чик-чик. Вот, что тут такое светится? О, патроны. Значит, я их здесь выкинул. Ну чё, перезаряжай, тупица ты глупый, блядь. Он поднимает. Чё тут? Так, давайте сначала этой девке отдадим там эту. Я пошёл, что ли. Пусть она там пока дрочит. Тыкает, тыкает. Вот так вот время сейчас удлиняет. Сейчас по-другому, блядь, удлиняет время. Тоже такие умельцы, блядь. А вдруг не это? И чего? Все, до свидания. А, я не взял эту штучку-то, видать. Мудила, блядь. Я уж думал, она не взяла у меня. Как обычно в играх, раз, заставка и все забралось само. Здесь такого не пройдет. Матрешка, скучал я по тебе, с тобой побеги. Все, я не знаю, что дальше делать. Как это острый, как и применить это? Использовать надо вот так, что ли, сделать? Почему вот, да, применить? Почему это, я не могу понять. Везде так делают, а здесь надо по-другому сделать. Везде применяется, берется так вот. Выручила матрёха-то, да? Этого барбоса-то, блядь. А, барбос-то у меня тоже с патронами вроде, да? Тюфяк-то этот, блядь. Или нет у него патронов? Кусок говна, блядь. А чё такое соло? А, тут вдвоём можно играть. Блядь, вдвоём, наверное, интереснее. Да все, я не буду-то тобой ходить, нахрен ты меня обосрался. А, крюк у него. У него крюк. Ладно, давайте найдем сначала эту комнату. Вернее, лестницу. Где зацепить-то? Я помню, куда-то на крышу там есть. Зацепить. А вот где? В таком месте. Так, это я обратно пишу. Видите, мои ошибки как даются, блядь. Дверями, блядь. А запись-то я не выбросил, да? Там я хотел выбросить. Я уже забыл, бля, про эту запись. Бросить-то я хотел ее. Трудный случай. Бля. Так, в каком-то вагоне это... Мне надо этого мужика найти. Сюда его притащить. За каким-то углом, по-моему. Надо дать девке это крюк. А как-то там передать ведь можно. Какой-то набор для смешивания, смотрите. А так не смешивается, что ли? Так, как этого черта переключить? Ага. Вот.
Как его выбрать? Мужика-то этого я не пойму. Да, канитель еще-то обменяться, вот. Все у нас эти нормально дышат, да? Это вообще без патронов. Тупица-то. Ему бы дать патроны. Да ладно, тогда надо опять другого переключать. Все, пошел отсюда. Все, пусть он буксует, нахер он не посрался. Смотрите. Да поворачивайся ты, дура, блядь. Встала, блядь, жопой к этому барбосу, блядь. Она раньше поворачивалась. Почему она не поворачивается сейчас? Жопой встала к нему. Да что ты? Управление здесь просто задница, блядь. Полнейшая жопа, на. Как переставить? Вот смешать. А, с пистолетом надо смешать. С пистолетом, блядь, смешать. Вот так вот и живем. Нервный моток. Фу, блядь, говно забыл у него взять это. Эх, и говнище, вонючая дрянь, ублюдки, нахуй. Сранье, блин. Как в такое сранье можно играть, не знаю, но. Дико раздражает, блин. Подождите, будут еще просмотры больше, чем другие шутеры. Не знаю, надо как-то будет себя заставить. Так, я уже забыл, как обменяться-то. Давай сюда мне эту. Так, вот здесь как изменить количество? Вот, смотрите-ка. И патрон тогда надо этому тюфяку дать, пока есть возможность. Наконец-то я разгреб немножко это говно. А почему он не идет за мной, я не пойму, этот урод-то. Сюда! Хорошо. А, вон кнопку надо было нажать. Все, пошли, сейчас мы с ним будем... А, там что-то была эта кнопка, да, я помню, что-то была, я пролистал. Все, дружище, бля, будешь со мной сейчас везде. Вот это хренотень-то, по-моему. Точно? Где у меня эта дрянь-то? Как-то он выглядывал в окошко-то? Куда нам идти-то, я не всосу. Здесь, по-моему, это дресня. Да. Давайте это. Вдвоем-то, может, повеселее будет. Посмотрим. Но если этот поезд будет постоянно продолжаться, эта дрянь. Я не знаю, как тут будет. Говно. Опять какая-то обезьяна там встала, да? Блять, позвать надо было его, наверное. Он же чурбан сейчас там чудовище. Да? Все, давайте запишемся. Я что-то вообще всосать не могу. Куда? Лестницу. Я думал, вот этим крюком надо лестницу подцепить, сломанную лестницу. Ну, похоже, этот мужик, наверное, должен делать. А не она. Наверное, все-таки этим крюком должен этот барбос сделать. Ты, блядь, ну когда ты встанешь, ты, блядь, как следует-то? Господи ты, боже мой, да что ж вы, блядь, за бараны-то, блядь, такие ремастеры, херастеры. Ну что-то надо было изменить, убрать из системы какое-то ненужное говно, блядь. Вот такие дела, ребятки. Ну ладно, посмотрим, как эта вообще игра кому-то зайдет. Возможно, будут смотреть, а может и нет.
И слава богу. Вот такие дела. Всего доброго. Заходите на мой канал, подписывайтесь. До новых встреч.